Результаты открытого областного конкурса исполнителей флейтистов «Весенние трели». Номинация «Блок флейта», младшая группа, 5-7 лет. Глухова Мария, благодарственное письмо. Сергеева Ариана, ДМШ номер 2, Каменск-Уральский. Диплом с присуждением звания дипломант. Ткачева Елизавета, Асбестовская ДМШ, благодарственное письмо. Устинова Ярослава, ДМШ номер 9, Екатеринбург. Диплом с присуждением звания дипломант. Крапивина Дарья, ДМШ номер 2, город Екатеринбург. Лауреат третьей степени. Диплом за лучшую педагогическую работу. Диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Номинация «Блок флейты», старшая группа. 8-10 лет. Князева Варвара, ДМШ номер 2, город Екатеринбург. Лауреат третьей степени. Диплом за лучшую педагогическую работу и диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Урлапов Игорь, ДМШ номер 2, город Екатеринбург. Лауреат второй степени. Диплом за лучшую педагогическую работу. Диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Номинация «Флейта». Младшая группа. 7-9 лет. Богданов Арсений. Верхнесалгинская ДМШ. ДШИ, простите, не участвовал. Старицын Макар. Асбестовская ДМШ. Диплом с присуждением звания дипломант. Семенищева Алена. ДМШ номер 16, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Жарникова Татьяна. ДМШ номер 12, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Таран Юлия. ДМШ номер 16, Екатеринбург. Диплом с присуждением звания дипломант. Курагина Алина. ДМШ номер 10, Екатеринбург. Диплом с присуждением звания дипломант. Гус Валерия. ДМШ, город Ревда. Диплом с присуждением звания дипломант. Подобина Виолетта. ДМШ, город Асбест. Лауреат третьей степени. Диплом за лучшую педагогическую работу. Диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Горкушенко Аврора. ДМШ номер 3. Екатеринбург. Благодарственное письмо. Перминова Дарья. ДМШ номер 7, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Мороз Екатерина, ДМШ номер 7, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Рудниченко Валерий, ДМШ номер 1, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Лоскутова Дарья, ДМШ номер 15, Екатеринбург. Диплом с присуждением звания дипломант. Номинация «Флейта», средняя группа. 10-12 лет. Московкина Юстиния, ДМШ номер 10, Екатеринбург. Диплом с присуждением звания дипломант. Чеснокова Мария, ДМШ номер 16, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Степанова Мария, ДМШ номер 2, Каменск-Уральский. Лауреат второй степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Автоматий Максим, ДМШ «Асбест», диплом с присуждением звания дипломант. Малыхина Анна, ДШИ номер 15, Екатеринбург. Диплом с присуждением звания дипломант. Жук Алиса, ДМШ номер 2, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Симонова София, ДШИ номер 15, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Александрова Мария, Асбестовский колледж искусств. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Кузеванова Ева, ДМШ номер 2, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Антропов Алексей,
Дыши номер 15, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Антонова Анна, ДМШ номер 1, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Бойцова Варвара, Дыши номер 15, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Костромина Мария, ДМШ номер 7, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Серебрякова Мария, ДМШ номер 2, Екатеринбург. Лауреат второй степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Чернобровкина Юлия, ДМШ номер 7, Екатеринбург. Диплом с присуждением звания дипломант. Габдуллина Алиса, ДМШ номер 1, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Амелина Полина, ДМШ номер 7, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Ибраева Яна, ДШИ номер 1, Березовский. Благодарственное письмо. Номинация флейта, старшая группа, 13-15 лет. Михеева Анастасия, ДМШ 10, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Белькова Анна, ДМШ номер 2, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Мамонтова Елизавета, ДМШ номер 10, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Митрофанова Ксения, ДМШ номер 2, Екатеринбург. Лауреат первой степени, диплом за лучшую педагогическую работу и диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Фертикова Лина, ДМШ номер 2, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Маранова Александра, ДШИ номер 12, город Березовский. Благодарственное письмо. Халиева Дарья, ДШИ номер 7, ДМШ номер 7, Екатеринбург. Лауреат второй степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. И переходим к ансамблям. Ансамбль «Блокфлейт», младшая возрастная группа. Ансамбль «Скворушки», ДМШ номер 2, Каменск-Уральский, благодарственное письмо. Старшая возрастная группа, «Блокфлейт» и 8-10 лет, дуэт «Блокфлейт» Урлапов Игорь Князева Варфара, ДМШ номер 2, Екатеринбург. Лауреат второй степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Ансамбль «Флейт», младшая группа, 7-12 лет. Ансамбль «Флейт» Габдуллина Алиса, Антонова Анна, ДШИ номер 1, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Ансамбль «Флейт» Кан Арина, Антонова Анна, ДШИ 1, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Ансамбль «Волшебная флейта» в составе Симонова Софья, Малых Анна, Антропов Алексей, Бойцова Варвара, ДШИ номер 15, Екатеринбург. Лауреат второй степени, диплом за лучшую педагогическую работу, диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Трио «Флейт Ари Ау Плюс» в составе Кан Арина, Антонова Анна, Габдуллина Анна, ДШИ номер 1, Екатеринбург. Благодарственное письмо. Ансамбль «Флейт», старшая группа, 13-15 лет. Трио Логинова Татьяна, Баянкина Антонина, Балиян Элен. ДМШ номер 16, Екатеринбург. Лауреат третьей степени, диплом за лучшую педагогическую работу и диплом за лучшую концертмейстерскую работу. Поздравляем всех участников сегодняшнего конкурса, преподавателей. Желаем дальнейших творческих успехов. Большое спасибо. Всех поздравляем. Удачи. До встречи.